Эти собаки верой и правдой отслужили. Они отслужили, они охраняли зону. Охраняли тех, кто для нашего общества нежелателен. Тех, кто нарушил закон. Орфей. Их приговорили к смерти. Их приговорили к смерти и отправили вчера в усыпалку. Ребята, возраст собак всего 6 лет. Мальчик и девочка. Не пугай его. Не пугай, он, по-моему, досталось уже от души. Я не спорю, кормили их нормально, но психически собаки сломлены. За что им? Вот за что, скажите? Овчарки, самая лучшая собака в мире. Самая умная, самая добрая, самая адекватная для человека. Ты мой красивый. Окей, в аду ты уже побывал. Пора выходить. Наверное, только благодаря вот этим счастливым фото из семей у нас до конца не падают руки. Понимаете, вот эта улыбка, когда смотришь на довольного малыша, что сопит у кого-нибудь на руках или лежит на диване кверху пузиком. Вот за эти минуты счастья, ребята, мы и работаем. Я говорю о тех, кто действительно от души работает. Для кого эта цель? Спасти. Знаете, в такие минуты думаешь, что ты не зря живешь. Конечно, мы черпаем океан ложкой. Или, как говорят, гребем ситом против течения. Да, ребят, спасать в России очень тяжело. Очень. Нет законов, нет защиты, нет поддержки. Зато есть куча правил, куча запретов. К сожалению, это наша страна. Единственное, на что остается... Это просто надеяться и верить, что рано или поздно мы же берем пример с Запада. Так может быть, мы не будем поверхностно хватать, а может быть, копнем глубже и поймем, почему у них нет бездомных. Может быть, потому, что у них принят закон о стерилизации и запрет на разведение собак частным лицам. Орфей, come here, boy. Come on, boy. Come on, boy. Come on. Orfy. Orfy, come here, boy. Come here, boy. Good boy. Thank you.
Вы посмотрели ролик? Представляете, сколько жизней вы спасли? Вы, ребята, потому что без вас приют никогда в жизни не сможет существовать. Никогда. Вы наша жизнь. Вы то добро, которое мы творим вашими руками. Спасибо вам. Огромное вам спасибо. Как бы ни было сейчас нам трудно, вот такие ролики хочется выпускать чаще. И это зависит только от вас. От вашей помощи, от вашей дружбы. Дорогие мои, я всем сердцем, всей лохматой душой желаю вам не унывать, не сдаваться и оставаться такими же добрыми и чудесными людьми, какие вы есть. Я благодарю вас за дружбу и надеюсь на вашу дружбу в дальнейшем. Вы наша жизнь, ребят. Это правда. Спасибо вам. С надеждой к вам, лохматая душа.